Доброго времени суток, мои друзья и подписчики с моего канала на Ютубе. Хочу показать, что я сделал сегодня. Очередной этап. Вот это у меня сама грибарня. Полностью готова. Остались только стеллажи и комната для эокуляции блоков. Вчера, сегодня я доштукатурил вторую комнату фасовочную. Что я делаю со штукатуркой? Провожу мокрой кистью. Получается, как фактурная штукатурка, дождь. Ну и короед, дождь. Такие разводики. В принципе, красиво. Все это потом покрасится. Вот это только что обмазал. Еще сыровато. Фундамент для печки. Доделываю сейчас электропроводку в этой комнате. Ставлю еще одну светодиодку, одну розетку двойную. Потом занимаюсь утеплением потолка. По тому же принципу: пароизоляция, пенополистирол, видно 10 сантиметров, вон он лежит. Еще раз пароизоляция. Все это с воздушными подушками, потом изолон, десятка с фольгой. Играет радио, музыку не выключаю. Пускай с музыкой не будет рекламы на моем ютубе. Больно надо об этой партнерке. Вот кошка Чернушка у нас постоянно помогает. Все сидит, да, Чернушка? Супруга у меня дрова таскает. Колотые дрова взял вчера. Вот она, грибарня. Снаружи, как я в предыдущих видео показывал, отделку буду делать в следующем году. Нынче не успеть будет. Тут у нас дровяник на этот год. На следующий склад для субстрата. Внутри лампа светодиодка на 7 ватт. Так что вот так. Но все это мне дали денег в долг без процентов. Потихоньку отдаю. Дочь у меня в 11 классе, через год пойдет учиться. Поэтому не в моих принципах сокращать потребности. Предпочитаю расширять возможности. Вот у нас дровяник на этот год. Калиточка, розетка-выключатель, светодиодка. Показать стеллажи я буду делать под грибные блоки. Надо очень много мне трубы. Сосед таджик у меня Сахиб, к нему я подошел вчера. Старые заборы попросил на трубы, болгаркой нарежу. Часто, конечно, не буду его показывать, он они под забором, заборчики стоят. Нашкурю, обработаю, сделаю стеллажи с них. Вчера баньку топили. Супер. Это у меня варочная камера, в предыдущих видео показывал. Пока забил ботвой всякой, мусором. Там колосники. Буду варить уже на днях. Скорее всего, сниму видео. Пеньки березовые. Специально вот на Калинина купил дрова, попросил их, чтобы бревнышки мне березовые отправили. Леса у нас нету в этом году в Полевском, только колотые. Вот эти бревна буду засеивать мицелием на днях уже. Решил по 37 сантиметров делать чурочки. На следующий год
Будем смотреть, как прорастет. Ну вот, денег мне на строительство без процентов дали. За заборы, за старые я предлагал деньги. Сахиб сказал, ничего не надо. Вот эти люди победили грех под названием алчность. Хочу, чтобы у них была благодать. Таких людей сейчас ни практически, ни теоретически не встретишь. Спасибо большое таким людям. Ну все, все дело не в партнерке. Играет музыка, ну и пускай играет. Вот. Что у меня получается. Окна со стеклопакетами. Древесина, липа. Все, следующий этап, скорее всего, буду снимать, как буду делать гидротермию березовых пней для засева мицелия. Вот. Всем пока-пока, пишите комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все этапы строительства буду отснимать. Не для того, чтобы кто-то охал и ахал, а кто-то может тоже решиться построить что-то подобное, чтобы расширять свои возможности. Все вот это я сделал за одно лето. Вполне доступно. Бывает, немножко устал, а так сказать, в принципе, это все возможно. Смог, значит, смогут и другие. Зато мои родные будут сыты. Родные и близкие мне люди. Будут свои грибы зимой. Зашел, сорвал, сразу на сковородку. Супер-пупер. Всем пока-пока. Работаем.